Ну что ж, друзья, всем привет! Это очередная распаковка посылок с сайта AliExpress. Вот, на этот раз ко мне приехал маркер для нанесения на кожу. Там, не знаю, татуировок, рисунков, чего угодно. Вот, особенность этого маркера заключается в том, что можно наносить не как обычно маркером, а, как сказать... Короче, стираться рисунок ваш не будет схоже. И в ходе нанесения рисунка... либо каких-нибудь узоров, там, какой-нибудь хрени, он стираться не будет. Вот, посылка, короче, ко мне приехала за, сколько, почти месяц, без трех дней. Вот, сейчас мы, короче, посмотрим. Блин, нифига себе, резанул. Кусочек вот отрезал небольшой. Да, бывает. А, не, вот такой вот кусочек отрезал. Ладно, хрен с ним. Так, что у нас тут? Тут у нас больше ничего нету. Вот сам маркер. Вот такая вот упаковочка у нас. Тут есть вот линеечка специальная. Вот полное описание этого маркера. То есть, вот если с AliExpress смотреть, то это бровель хирургическая, маркер кожи, маркером смерное измерение, правитель татуировки кожи, всякая, короче, херня написана. Поэтому он не только для татуировок, он как бы, полное его название — хирургический маркер. Вот. Тут у нас получается вот линеечка. Ладно, вот так вот туда. Вот такая линеечка. Оп. Оп. Опа-на. Вот и сам маркер двухсторонний должен быть, да. Вот он, короче, такой вот. Метрик. 6 сантиметров получается, да. Так, ну давайте проверим обе стороны, как они у нас пишут. Типа на коже. Ну, я так думаю, что нужно какое-то время подсохнуть, наверное, маркера. Вот мы нанесли, да, допустим. Так, нанесли, да? Какая-то хрень он непонятная здесь. Вот мы нанесли вторую метку, да, сейчас. Вот, она, кстати, видите, меньше уже стирается. То есть нужно какое-то время, чтобы подсохло, да? Подсох сам маркер. Ну, вот эта сторона пишет, да, получается, по крайней мере. Это более толстый маркер получается. Как вы видите, да, такой вот фиолетовый цвет получается у маркеров. Вот видите тоже. Нужно, короче, время, чтобы они высыхали, да. И тогда все будет, тогда будет счастье. Писать будет и оставаться будет как бы на коже. Вот можете видеть, короче, вот он, более толстый, да, слева, и тонкий справа. Вот такие вот отметки у нас. Даже вот так вот, кстати. Что-то я перевернул неправильно. В принципе, маркером я как бы доволен. Вот, все у нас пишет. Как видите, вот здесь вот более тонкий, да. Здесь более толстый. Вот такого размера. Ссылку я обязательно оставлю в описании на этот маркер. Как и откуда можно его заказать. Также ценник посмотрите. В принципе, ценник небольшой. Очень даже небольшой. Абсолютно приемлемый для таких вещей, тем более. Вот. Насколько его хватит, я не знаю, разумеется. Вот. Ну и такая линеечка. Но она, в принципе, мне не нужна. Так что, кому понравилось видео, помогло в чем-то разобраться, что-то для себя понять. Вот. Подписывайтесь, ставьте лайки. И спасибо за просмотр. Всем пока.